Поздравляю. Желаю, чтобы ты добился больших успехов и высот. Теперь будешь работать на всю мощь. Помни мои слова. Никогда не забывай их. Фильм Ахада Каюма. Волков боятся в лес не ходить. Понял? Понял. Все будет, как вы сказали. Так держать. Я верю в тебя. Спасибо вам большое. Я никогда не забуду то, что вы сделали для меня. Ты будешь снимать самые лучшие бестселлеры. Все будет отлично, да. Поверь мне, я всегда буду тебя поддерживать. Извините, я на минуту. Я быстро. А вы пока наслаждайтесь вечером, хорошо? Я мигом. Давай. Наконец-то он пришел. Давайте, ребята, все к столу. Здравствуйте. Здравствуй, сынок, здравствуй. Здравствуй, сынок. Мы с мамой. Папа, хотите поставить меня в неловкое положение перед всеми? Почему вы пришли в таком виде? А что с нашим видом? Мы с твоей мамой оделись как следует, нарядились по возможности на твой день рождения. Тебе, папа, кстати, я купил тебе эти часы на свою пенсию. На, сынок. Эльбек, давай. Я сам надену тебе. Давай, Эльбек, я... Все нормально, здравствуйте. Да ты иди, я сейчас. Мама. Не говори так, сынок. Мама, вы... Хорошо. Если тебе так стыдно за нашу одежду перед своими друзьями, мы уйдем. Ты не обижайся на нас. Пошли, дорогая. Идем. Не стоило так огорчать папу. Но, мама... Ты на меня не сердись за то, что порой туплю. Рядом со мной садись, я очень тебя люблю. Помнишь, когда ты был маленьким таким? Тоже тогда тупил, теперь вырос ты большим. Ты на меня не сердись, если забуду, что столько событий и лиц мимо меня прошло. Память уже слаба, много на то причин, но бьется лишь для тебя сердце, родной мой сын. Отец. Ну что, хорошо сидите? Все хорошо? Давайте все к столу. Кто эти люди? Ах да, он мой отец. Вот как? Да. Почему их не пригласил? Позор тебе. Мы такого не ожидали от тебя. Вставайте, уходим. Нам лучше идти. Эй, куда вы? Что вы делаете?
Почему вы пришли в таком виде? А что с нашим видом? Мы с твоей мамой оделись как следует, нарядились по возможности на твой день рождения. Тебе... Ассаламу алейкум. Аминь. О Аллах, да упокоится ушедший с миром. Аллаху Акбар. Аузу биллахи минаш шайтану раджим. Бисмиллахи рахману рахим. Кул хуаллаху ахад. Аллаху самад. Лам ялут ва лам юлут ва лам якуллаху куфуван ахада. О Аллах. Упаси отца от искушения могилы и мучения огня. Аминь. Аллах Акбар. Мои соболезнования. Мои соболезнования. Мои соболезнования. Ты во всем виноват. Брат, я... Что ты? Ты во всем виноват. Брат, я... Лучше бы тебя вообще не было. Не было бы такого сына, как ты. Понимаешь? Брат, не называй меня братом. У меня больше нет такой родни, как ты. Я тебе больше не брат. Мне очень жаль. Брат, тебе жаль? Все, прекратите. Люди смотрят. Успокойтесь. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Заходите. Аминь. Да упокоится ушедшие с миром. Аллах Акбар. Добрый день, мама. Мама, вы уже 3 дня ничего не ели. Покушайте, пожалуйста. Принес вам немного еды. Посмотрите мне в глаза хоть один раз. Давайте, покушайте. Ладно, не смотрите. Эй! Оставь маму в покое. Тебе больше делать нечего? Вставай! Ты уже все испортил. Сделал свое. Теперь маму хочешь измучить? Убирайся вон. Не тебе быть рядом с мамой. Брат, не говори так. Что, не нравится? А? Тот самый знаменитый актер Эльбек Хакимов, который не признает своего отца случайно. Не ты, а? Чего ты хочешь от нас? Говори.
Это ты, который стыдится за внешность своего отца, да? Может, тебе не нравится и мамина одежда? А? Может, ей переодеться? Может, ей завязать платок по-другому? По-модному? Брат, уходи. Не сиди с мамой. Брат, ты оскорбил нашего отца. Ты осуждал его одежду. Мне плевать на твою знаменитость. Уходи, ты играешь мне на нервы. Мама, простите меня, погорячился немного. Поешьте что-нибудь, а то заболеете, мама. Ничего не хочу есть. Оставьте меня наедине, пожалуйста. Ясно. Если вам что-то нужно, скажите мне. Почему вы пришли в таком виде? Хорошо, если тебе так стыдно за нашу одежду перед своими друзьями, мы уйдем, сынок. Ты не обижайся на нас. Ага, все ясно. Созвонимся. Привет, Эльбек. Эльбек? Привет. Извини, я задумался. Все нормально? Пришел в себя? Да, нормально. Неплохо. Знаешь, если честно, я не думал, что все так получится. Эльбек, мы все ошибаемся. Все совершают ошибки, делают глупости. Никто нарочно не выбирает неправильного пути. Не надо так драматизировать все. Знаешь, мне кажется, что мои родные никогда меня не простят за мой поступок. Ты заблуждаешься. Все наладится. Со временем они забудут все это. Дай им немного времени. В тот день я видел состояние Равшана. Он даже не хочет слышать твой голос, представляешь? Ну, ты будь терпеливым. Подожди немного. Пройдет немного времени, потом попытаешься поговорить еще раз. Если хочешь, я тоже могу поговорить с ним. Все будет хорошо. Казим, не бери в голову. Я постараюсь сам справиться. Тогда поднимайся. Нас ждет мероприятие. Надо туда съездить. Нет, ты лучше езжай сам. А ты? Ты же знаешь, если выйдешь на сцену в плохом настроении, они подумают, что ты их уже перестал уважать. У тебя началась звездная болезнь. Короче, что-то в этом роде. Поэтому не хочу показываться в таком состоянии. Ты езжай сам. Вместе с другими актерами отлично справитесь. Ты бы так немного рассеялся. Или что-то изменишь, сидя так. Мне тоже неохота вести себя так. Казим, да, понимаю. Ты еще поговори с Кахрамоном. Я не против, если не буду играть в новом фильме. Ты чего?
Не глупи. Все будет хорошо. Может быть. Эх. Ладно. Если передумаешь, обязательно позвони. Угу. Хорошо. Увидимся. Ладно, береги себя. Я буду здесь. Эх, папа. Лола, ты обо всем уже знаешь. То, что совершил твой муж, непростительно. Мы тебя любим. Я, вся моя семья, твоя сестренка тоже. Но у нас нет другого выбора. Нам уже очень трудно жить с Сельбеком под одной крышей. То, как он обошелся с нашим отцом, это, мягко говоря, не по-человечески. Не нахожу себе места от этого. Ты не обижайся на нас. Но мы вынуждены. Другого пути нет. Мама никогда не простит его. За такую подлость. И я не прощу его. Здравствуйте. Все нормально? Вовсе нет. Муниса? Что происходит? Ты лучше скажи ему. Эльбек, садись. Я постою, можете говорить. Мы посоветовались друг с другом и решили, что впредь будем жить отдельно. По традициям, старший должен переселяться, а младший должен остаться с родителями. Но мама не хочет жить с тобой. Поэтому тебе надо выселиться из этого дома со всей семьей. Брат. Я скажу от имени всех. Мы больше не хотим жить с тобой. Это наше последнее решение. Брат, я не понимаю, с каких это пор твоя жена... Чего моя жена? Хочешь сказать, с каких пор она приказывает тебе? Я велел ей. Потому что я уже устал тебе говорить. Убирайся из этого дома. Либо ты оставишь этот дом, либо я. Или ты хочешь убить и маму? Брат... Чего, брат? Тогда мы выселимся. Муниса, собирай вещи. Вставайте. Мы покинем этот дом. Брат, я выселюсь. Чего? Успокойтесь. Я покину этот дом. Могли мне это сами сказать. Мы выселимся. Ширин. Да. Собирай вещи. С глаз долой. Тебе все ясно? Убирайся. Я должен поговорить с мамой. Не будешь разговаривать, уходи прочь. Дорогой. Мерзавец. Иди. Муниса, ты иди, помоги им собрать вещи. Хорошо. Ты тоже вставай. Дорогой, может, еще раз подумаешь? Я уже сказал свое. Ничего не изменится. Не хочу даже видеть его. Иди. Ты тоже помоги им. Хорошо. О, Господи.
Давайте заходите, спасибо. Спасибо. Это дом одного моего знакомого. Давно никто не живет, можете устроиться. Ага. Здесь кухня. Устраивайтесь, как хотите. Спасибо, идем. Спасибо. Брат, дайте сумку, я вам помогу. Идемте. Фарух, Зелола? Да, мамочка. Да, мамочка. Занесите эти подушки вовнутрь, я очень устала. На. Держи. Мама? Да. Акбар Али больше не будет жить с нами, да? Нет. А с кем мы теперь будем играть? А что, больше никого нет? Играй с братишкой. У тебя и так много друзей в Мхалле. Почему вы задаете один и тот же вопрос? Мы уже скучаем по ним. Иди. Брат, твой папа очень хотел, чтобы ты стал актером. Он выбрал творчество. Ты не должен все это бросать. Но, понимаешь, мне кажется, мой папа покинул меня и никогда не простит. Я каждый день думаю об этом. Совесть мучает. На съемках, на работе, дома. Мысль об отце не покидает меня. Это невыносимо. Понимаешь? Я тебя понимаю, брат. Мой отец тоже умер. Ты должен быть сильным. Мы всегда с тобой. Спасибо. Спасибо тебе за сочувствие. Как идут дела на работе? Да, нормально. Как творчество? Да, все хорошо. Отлично? Да, конечно. Все будет хорошо. Да, разумеется.
Думаю, 45-й эпизод надо ставить раньше. Смотри, потому что интервал между ними короткий. Да, ясно. Тогда напиши на завтра. Так, значит, это будет на завтра. Хорошо. Вот так. Трудоголики мои. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как вы, Кахрамон Шадманович? Как ваши дела? Как вы сами, а? Ну, не устаем? Нет, спасибо. Как вы доехали? Все нормально, все хорошо. Короче, Эльбек. Одна сценаристка хочет написать сценарий про тебя. О, классно. Про меня? Да. Про тебя. Она ждет тебя за дверью. Да? Но я сейчас немного занят. Ты чего? Ты сначала поговори с ней. Ага. Просто не хочется откладывать эти дела. Дальше я сам продолжу. Иди смелее. Ладно. Кахрамон Шадманович, а когда про меня снимем фильм? Тогда, когда ты тоже будешь работать, как Эльбек, понимаешь? Понятно, тогда скоро не снимем. Ты шутник, снимем и про тебя. Покажи-ка мне, что там за планы. Завтрашний план, как обычно. Все как надо? Да, с актерами уже поговорил. Добрый день. Добрый день. Я Деляфрос. Рад знакомству, Деляфрос. Эльбек Бахадырович, я хотела написать сценарий о вас и про вашего отца, который способствовал вашему творчеству и вашим успехам. Деляфрос, я не хочу, чтобы кто-то писал сценарий или снимал фильм про мою личную жизнь. Почему? Потому что я не думаю, что выйдет что-то интересное. Ладно, до свидания. Но я... На опушке большого леса жил дровосек со своей женой. И было у них единственное дитя. Трехлетняя девочка. Были они так бедны, что даже без хлеба насущного сиживали и не знали, чем прокормить ребенка. Однажды поутру дровосек, подавленный своими заботами, отправился на работу в лес. Стал он там рубить дрова, как вдруг появилась перед ним прекрасная высокая женщина. Ассаламу алейкум. Вау, дядя пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы нам принесли? Вернитесь. Идите в свою комнату. Быстро. Мама, простите. Муниса, посмотри, вода не вскипела. Мама, как поживаете? Мама. Пожалуйста, простите меня. Я совершил ошибку. Пожалуйста, хоть раз посмотрите мне в глаза. Мама, измучился я. Бейте меня, ругайте. Но только не игнорируйте меня. Умоляю. Сынок, уходи. Алло? Да, я же сказал тебе. Подъеду к тебе, конечно, завтра. Ладно. Ты что здесь делаешь, а? А? Эльбек, я же говорил тебе оставить маму в покое. Уходи по-хорошему. Брат, хватит уже. Не называй меня братом. Мама, скажите что-нибудь. Что мама тебе сказала? Ты всех мучаешь, и себя, и маму, и меня. Постой. Забери свои вещи. Брат, ты лучше помоги мне. Я устал тебе помогать. Ты не понимаешь, что такое помощь. Вещи не забывай. Я это не вам принес. Маме и племянникам. Отлично. Тогда спроси у мамы. Ей нужны эти вещи? Убери их с собой. Брат, помоги мне. Мы тебе достаточно помогли.
Ты недостоин помощи. Убирайся. Забери свои вещи и убирайся. Не заставляй меня выгонять тебя силой. Мама, скажите что-нибудь. Простите, мама. Мы вас замучили. Дочка! Здравствуйте. Здравствуй. Однажды я принесла посылку одного человека. Это были часы. И что? Вы их не видели? Чего? Часы. Папа? Да, доченька. Помните, я как-то принесла часы одного знакомого. Если вы их взяли, отдайте обратно. Я должна вернуть их владельцу. Чего? Ты меня подозреваешь, а? Своего родного отца? Поймите меня, папа. Если вы их взяли, верните. Это же чужая вещь. Доча. Я на такое не способен. Никогда не трогал чужие вещи. Ты что несешь? Родная дочь обвиняет меня в воровстве. Я не имею права вас обвинять, но я должна их вернуть. По-твоему, я украл эти часы, продал их и растратил деньги на водку? Запомни, сейчас я пришел из чайханы, и мои друзья из армии угостили меня. Разве я могу продать чего-то из дома и пить за полученные деньги? Только ты жила в моем сердце. Я не обвиняю вас в краже. Вы же не вели себя так раньше. Мне тоже трудно. После смерти мамы вы изменились. Думаете, мне легко? Я так одинока. Доченька, не говори так. Говори все, что хочешь, только не плачь. Не брал я эти часы, я не трогал чужую вещь. Я не говорю, что вы их украли. Это чужая вещь. О, Господи! Может, ты где-то оставила их? Я точно помню, куда поставила. Я устала. Устала от этой жизни. Что я могу поделать? Ни один родственник уже не приходит к нам. Никто. Все отвергают нас. Папа, вы знаете об этом? Пускай не приходят. Пускай. Не говорите так. Я не нуждаюсь в них. Поняла? Когда ты богат, все вокруг тебя порхают, как бабочки. А когда ты беден, ты не нужен даже собственной дочери. Перестань. Все, хватит. Эльбек, Кахрамуш Адмоныч правильно говорит. Я тоже сколько раз тебе повторял. Ты хоть один разок слушал меня? Ты осознаешь, в каком ты положении сейчас? Когда ты последний раз смотрел в зеркало? От прежнего Эльбека не осталось ни капли? Почему? Сколько еще так будет продолжаться? Чего молчишь? Казим, чего? Мне совсем трудно. Очень трудно. Знаю, тебе нелегко. Тебе нужна поддержка. Кахрамонш Адмонович поэтому так сказал. Ты должен измениться. Ты потерял отца, ваши с мамой отношения порвались. Брат вообще не хочет тебя видеть. Никого из родных не осталось вокруг тебя. В таком духе ты своих поклонников потеряешь. Знаешь,
Поклонники бывают не так уж преданными. Как только перестают видеть тебя на экранах, найдут себе другого любимчика. Ты не нужен им. Тебе нужна такая жизнь? Ты должен работать, должен трудиться. Ты должен подняться. Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал. Все в твоих руках. Ладно, помирись с братом. Такое состояние не доведет до добра. Он сам не хочет меня видеть. Придумай что-нибудь. Мама, я целый день ходил по совещаниям. Не смог даже позвонить вам. И домой не смог прийти. Как прошел день? Мы не скучаем с моей снохой. Совсем нет. Моя дорогая матушка. Мама, папа, смотрите, дядя играет в новом фильме. Я желаю всем людям, которые похожи на меня, только одно. Где пульт? Чтобы они все... А почему выключили? Мы же смотрели, папа. Злол, завтра я всем одноклассникам буду хвастаться. Скажу им, что моего дядю снова показывают по телевизору. Эй, вы, идите, делайте домашние задания. Завтра вам надо в школу, давайте. Да, давайте, идите быстро. Дорогой, выпей чаю. Не хочется. Ты в последнее время даже нормально не ешь. Ты можешь заболеть. Аппетит пропал. Дорогой, я... Чего еще? Завтра день рождения Мунисы. Может, поедем к ним и поздравим? Нет, не поедем. Если хочешь, езжай сама. Как хорошо! Наконец-то нашлись эти часы! Наконец-то они нашлись! Я так рада! Верну их обязательно владельцу, и он успокоится. Слава Богу! Как же я волновалась! Малика, поверь мне. Я очень сильно тебя люблю, но мне нужно благословение моих родителей. Поэтому сначала я должен с ними поговорить. Если они не согласятся на нашу свадьбу, ты не обидишься? Нет, Сабир. Как можно обижаться на человека, который уважает своих родителей? Стоп! Снято! Отлично! Эльбек, стой. Как, не устал? Нет, как ты сам? Ты в порядке? Да, неплохо. Хочешь воды? Нет, не надо. Какие новости? Есть еще два эпизода. Хорошо. Второй? Мы вчера обсуждали с тобой, помнишь? Казим, я все это помню. Вы пока снимайте другие сцены, я быстро заеду в одно место. Идет же съемка, ты куда? Да знаю, но я вернусь до своей сцены. Пока снимайте остальные сцены, я быстро. Объясни режиссеру, пожалуйста. Ладно, езжай. Спасибо тебе. Ты, как всегда, выручаешь меня. Угу. Айбек, послушай. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу помочь? Я хотела взять интервью у матери Эльбека Хакимова. У кого? У матери Эльбека Хакимова. Мама сейчас нет дома. А есть кто-то из его родных? Его брат. Можно я с его братом поговорю тогда?
Да, можно. Заходите. Пожалуйста. Что вы хотели узнать? Я сценарист. Собираюсь написать сценарий для фильма про Эльбека Хакимова. Но он не хочет мне дать интервью. Может, вы мне поможете? Как я могу вам помочь? Вы можете рассказать про его детство, его интересы, про его творческий путь. Расскажите. Знаете, я его сноха. Прошло более 10 лет с тех пор, как я стала членом этой семьи. Если честно, я не хочу о нем говорить. Вы сказали, что его брат дома, а он сможет рассказать? Как вам сказать? Сейчас его брат не хочет ни слова о нем говорить. Извините, но это уже наши личные дела. Пожалуйста, вы сами расскажите мне о нем. С чего начать? Эльбек вообще-то очень хороший человек. Талантливый актер. Его любовь к творчеству очень высока, можно сказать, даже выше, чем любовь к своей семье. Но мне так кажется. Он играет хорошие роли, снимается в премьерах. Скоро тоже будет новая премьера при его участии. Послушайте, вам лучше найти его и узнать все о его жизни от него самого. Скажу вам открыто, сейчас у нас тяжелый период. Никто сейчас даже не хочет произносить его имя. Мне очень жаль. Ясно. Поймите меня правильно. Поговорим в другой раз. Счастливо. Удачи вам. Так. Все актеры готовы? Да, готовы. Завтра в 9, никому не опаздывать. Ага, понял. Передай всем. Ага. Ладно, я буду здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Опять вы? Мы же с вами вроде договорились. Вы хоть раз послушайте меня. Хорошо, садитесь, слушаю вас. Я хочу написать такой сценарий, чтобы он стал уроком для всех. Хочу написать про вашего честного отца, благодаря кому вы тоже стали таким честным и любимым актером нашей страны. Подумайте о моем предложении еще раз, пожалуйста. Одну минуту. Вы же знаете. Минуту. Алло. Алло.
Сынок, как ты? Нормально. Извини, что побеспокоил тебя в рабочее время. Мне нужны кое-какие таблетки. Вы так много, звоните. Я сейчас очень занят. Может, ты увезешь меня отсюда? Откуда? Я по уши занят. Я сам вам перезвоню. Алло? Хорошо, извини, сынок. Добрый день. День добрый. Здесь живет Альбек Хакимов. Нет, девушка, вы ошиблись адресом. Я работаю медсестрой. Его отец оставил свои часы у нас в больнице. Я хотела отдать их обратно. Юсупов, вышли результаты вашего анализа? Ага. Вы должны лечиться. Вам плохо сейчас? Нет, все хорошо. Лечитесь вовремя. Да, обязательно. Барно, объясните Юсупову все подробности. Прием его таблеток и фиточаев. Идемте со мной. Идемте. Идемте со мной. Вернете их владельцу. Значит, ребята. Всегда доканчивайте начатое. Да, понятно. Через 2 дня съемки от Ажанова. У меня тоже есть роль. И с вами должен заниматься. Ага. Поэтому делайте все вовремя. Вчерашнее не должно повториться. Я с продюсером переговорю. До завтра. Будьте ответственны. Ага, все поняли. Удачи, ребята. Привет, старина, как дела? Всем привет. Здравствуйте, Казим. Отлично. Как успехи? Не устаем? Все хорошо, как ты сам? Отлично, что нового? Все как обычно. Днем тебя не видел. Телефон тоже был выключен. Неважно, себя почувствовал, вот и телефон выключил. Костюмер 1000 раз звонил мне. А где Эльбей? Когда он придет? Твое настроение не должно влиять на работу. Скоро начнутся съемки нового фильма. Обо всем надо договориться. Ты хоть со сценарием ознакомился? Да, конечно, но не до конца. Не успел. Нужно было. Есть трудные эпизоды. Надо психологически прочувствовать их. Ну, ты же будешь рядом. Конечно, мы уже должны быть наготове. Хорошо, идем. Прорепетируем все. Ну, пошли. Спасибо вам, дочка. Эти часы были подарком от моего супруга своему сыну. Я бы очень хотела увидеть эти часы на руках своего сына. Спасибо вам. У вас есть родители? Да, есть. Тогда вы очень счастливы. Да, вы правы. Но как насчет тех отцов, которые живы, но не выполняют свои отцовские обязанности? Как их назвать? Как называть таких отцов и таких детей счастливыми? Разве так возможно? Такие дети разве могут быть счастливыми? Извините меня. Вы непременно обретете свое счастье. Вот увидите. Все еще впереди. Только не расстраивайтесь. Все будет хорошо. Добро пожаловать. Привет, ребята. На левой стороне бренд рубашки, на правой брюки. Можете осматривать.
много новых товаров. Смотри, аккуратный, да? Извините. Помните, когда вы стали знаменитым, вы к нам приходили с вашим отцом? Как он? Да, кажется, припоминаю. Недавно похоронили папу. Мне очень жаль, брат. Мои соболезнования. I give Ashura love, I thank Kip Jan-el, Jahan Urtel. Na-na-lay, na-lay. I give Ashura love, I thank Kip Jan-el, Jahan Urtel. Na-na-lay, na-lay. О, ты уже вернулась, доченька? Да. Чувствую, ты хочешь мне что-то сказать. Вы не сердитесь на меня? Ой, с чего это? Разве папа может обижаться на дочку? Нечего сердиться. Я вовсе не хотела, но обидела вас. Простите. Думаешь, я обиделся на тебя? Да. Ах ты, мое солнышко. Доча, я не обижен на тебя. Жизнь штука сложная. И я часто ошибаюсь, но хочешь, открою тебе один маленький секрет. После того нашего разговора я задумался, я бросил пить, да. Я вам верю, папа. В тот день ты напомнила мне свою мать. У меня кроме тебя никого нет. Я живу только ради тебя. Принцесса моя, ты будешь очень счастлива. Вот увидишь, звездочка моя. Ты так быстро повзрослела. Мне было так неловко перед тобой. Теперь я вообще не буду пить. Обещаю. Простите, папа. О, Боже. Нечего извиняться. Хорошо, хорошо. Я тебя прощаю. Теперь давай улыбнись. Давай принеси мне немного воды смелее. А то картофель почернеет. Хорошо. Время летит. Вчера играла в куколки. Вот уже взрослая девушка. Как успехи в школе? Хорошо. Скучаешь по Акбарали? Да. А? Очень. Почему он не пришел? В следующий раз. Никто не обижает в школе? Нет. Все хорошо? Да. Ну, здорово. Да, хорошо. А как бабушка? Что ты здесь делаешь? Ассаламу алейкум. Как ты, брат? Брат. Доча. Ассаламу алейкум, папа. Ва алейкум ассалам.
Зачем пришел, брат? Я хочу с тобой поговорить, я не могу. Брат, уходи. Убирайся, не хочу тебя видеть. Давай поговорим. Не могу. Ты играешь мне на нервах. Мои дети скучают по бабушке. Я тоже соскучился. Это не имеет значения. Уходи. Папа. Сынок, ты не вмешивайся. Уходи. Быстро. Вон отсюда. Давай все обсудим. Не получится. Папа, а? Вы так не любите дядю? Нет, сынок. Это не так. Эльбек? Эльбек? Где ты? Эльбек? Иду. Эльбек? Добрый день, брат. День добрый, братишка. Как ты? Мы с друзьями сидели в чайхане. Ага. И? Им очень понравилась твоя последняя роль, да? Отлично, сыграл. Очень рад. Я очень горжусь тобой. Так держать. Спасибо, брат. Ты оправдываешь папина, мамина и чуть-чуть мое воспитание. Выпьем чаю. Пошли. Да, конечно. Минутку. Подержи, я сейчас. Здравствуйте. Здравствуй. Извините за беспокойство. Ничего страшного. Как ты? Как твои дела? Спасибо, все нормально. Какие ветры? Хотел попросить об одном. Ага. Говори. Мне нужно немного денег. Опять за старое. Ты свой последний долг обещал вернуть за 2 месяца. Пишешь смски завтра, послезавтра. Когда звоню, не берешь трубку. А в такое время сам находишь меня. Мне очень нужны деньги. Верну их вовремя. Все нуждаются в деньгах. Когда вернешь? Верну через неделю. Зачем тебе деньги? Папа заболел. Ладно. Приходи завтра, я буду на съемках. Спасибо. Только не обманывай в этот раз, понял? Да, понял. Завтра увидимся. До встречи. Хорошо, до встречи. Ну что, начнем? Так. Эй, я еще не написала. Зато я уже дописал. Я старше тебя, не забывай. Не дам тебе книгу. Отдай! Нет! Отдай! Мама, смотрите! Что с вами? Не поняла. Он взял мою книгу. Я уже все написал. Не можешь немного подождать? Дай ей дописать. Ссоры из-за книги. В школе вас этому учат. Вы же
Родные, брат и сестра, родня. Разве такая мелочь стоит так грубить? Ты же девочка, могла бы промолчать. Она же твоя сестра, она старше тебя. Что за поведение? И что? Папа с дядей так ругаются же. Брат, посмотри на эти цветы. Поставь сюда. Этот цветок тоже расцвел. Расцвел, говоришь? Да. Сейчас посмотрим. А знаешь, кому был подарен этот цветок? Кому? Что-то не помню. Эльбеку. И что, поухаживаем? Брат, я соскучилась по снохе и по племянникам. Что это изменит? Что? Может, пора простить их? Невозможно их простить. Ты вообще не вмешивайся. Поняла? Да. Давай, делай свои дела. Как твой отец? Ему плохо. Здоровье ухудшается день за днем. Все мною заработанные деньги хватают только на лекарства. Очень жаль. Возьми эти деньги. Спасибо вам большое. Купи ему все нужные лекарства. Хорошо? Я обещаю, обязательно верну вам свои долги. Нет, не нужно. Я работаю у вас вот уже 3 года. Я вам обещаю. Обещаю, обязательно верну вам ваши деньги. Хорошо. Именно эти деньги не нужно возвращать. Самое главное, чтобы твой отец выздоровел. Спасибо, брат. Но больше не обманывай меня. Если понадобится еще, скажи. Хорошо. Чай будешь? Обед готов. Проголодался? Равшан. Дорогой. Равшан. Обедать будешь? Нет, что-то аппетит пропал. Выпьем чаю. Долго собираешься так жить? Ты съедаешь себя изнутри. Думаешь, я ничего не вижу, не чувствую? Все нормально. Я знаю, как тебе сейчас нелегко. Он же твой единственный брат. Он совершил ошибку из-за юности, не осознал своих слов. Из-за молодости?
Ему 30. По-твоему, это юность? Ты понимаешь, что говоришь? 30-летний мужчина разве говорит такие глупости? Еще своему отцу. Он уже взрослый мужчина. Тоже мне молодой. Сколько раз он пришел просить прощения? Умолял, извинялся, а ты его все отталкиваешь от себя. Хотя бы один раз послушай его, дослушай его слова. Ты же его брат. Ты не вмешивайся. Прости. Не вмешивайся, пожалуйста. Это не твое дело. Все хорошо. Хорошо. Но его невозможно простить. Он мерзко поступил с отцом. Хватит. Не мучай меня. Каким примером вы будете для ваших детей? Да. Я хотела сообщить тебе об одном. Говори. Вчера где-то прочитала. Если родные братья и сестры не общаются друг с другом и порывают родственные узы, допрос их родителей будет очень тяжелым в загробной жизни. Только их дети могут быть причиной этому. И их поступки в этой жизни. Ты понимаешь, о чем я говорю, дорогой? Мы мучаем отца даже в загробной жизни. Даже если ты не простишь его, от этого отец не вернется. Пойми, время не вернуть назад. Никак не могу его простить. Не могу, не получается. Это не так уж просто, как тебе кажется. Папа так любил его. Никак не могу забыть. Однажды он принес новые ботинки. Брат был первоклассником. А я учился в старшем классе. Вода проникала через мои ботинки. А папа... Папа говорит: сынок, ты же старше его. Он еще маленький. Ты бы видела, как ему было неловко. Пусть он одет. Денег хватило только на это. Ты уже не маленький. Ты сможешь потерпеть. Так он меня успокоил, и ему купили новые туфли, хотя у него была пара хороших ботинок. Я постоянно вспоминаю папину любовь к нему. Он отдал всю свою любовь, заботу, а взамен что он услышал? Такое разве можно простить? Папа оберегал его от всего. Всегда был рядом. А он? Что он сделал? Мы тебя любим. Ну ладно. Дети проголодались. Эльбек, Эльбек.
Фарух, ты тоже спроси у папы, может согласиться. Хорошо, может я его уговорю. Папа! Что, сынок? Пойдем в кино. Что за кино? В котором дядя снялся. Сынок, я тебе вчера сказал, не будет никакого кино. Тема закрыта, все. Папа, пожалуйста. Никуда не пойдем. Иди, делай уроки. Вот тебе кино. Папа, пожалуйста. Вот тебе хорошее кино. Вот. Ровнее пиши вот так. Вот и вся. Хорошо. Аккуратно пиши. Милый, пригласительные уже готовы? Да, почти. Сегодня будут готовы. Немного осталось до премьеры. Ага. Что молчишь? Да, готовы. Сегодня парни привезут. Тебе тоже дам, своим родным тоже раздашь. Отлично. Здорово. Теперь пиши эту букву. Вот так. Кстати... брат тоже придет на премьеру. По-моему, не придут. Мама? Да, солнышко. Давайте мы тоже пойдем к дяде на премьеру. Дочка. Ты же сама слышала, что твой папа сказал вчера. Все мои одноклассники, все наши соседи идут. Давайте мы тоже пойдем. Вы тоже попросите у папы. Не расстраивайся. Сегодня поговорю с папой, постараюсь уговорить, хорошо? Хорошо, тогда я принесу воды для цветов. Давай. Ваша кровать уже готова. Пора отдохнуть. Ложитесь. Подожди, дочка. Еще немного. Вы измучились, мама. Может, нам пора простить брата? Договорились? Да, доченька. Я взял увидеть папу. Случайно. Разглядев его, увидел и почти заплакал, не понимая, сам с чего
из полумрака, коридора, вдруг папа улыбнулся мне, как будто он, как прежде дома, а не небесный сидит. Всего лишь взгляд, но как стрелою, печально, мои пронзила сны, мы столько лет уже стеною отделены от той весны. Потом я понял, в отражении был я, похожий на него, одно короткое мгновение, а сколько вспомнилось всего. Я в зеркале увидел папу, случайно разглядев его. Увидел и почти заплакал, не понимая сам с чего. Из полумрака коридора вдруг папа улыбнулся мне, как будто он, как прежде дома, а не в небесной синеве. Сынок. Да, мама. Ты так задумался. Мама. Вчера мне приснился плохой сон. Расскажи. Во сне... Спасибо. Мне приснился отец. Он посмотрел на меня и сказал: «Сынок, хватит. Остановись, остынь же». Казалось, он обижался на меня. Последнее время я был очень груб с Альбеком. Может, поэтому папа во сне мне сказал такое. Как вы думаете, мама? Да, ты прав. Какая мать способна разлучить своих детей друг от друга? Постоянно думаю о внуке. Аллах велик. Он всепрощающий. А мы кто? Мы его рабы. Аллах любит прощающих. Неужели я не смогу простить своего родного брата? Мама, давайте и мы его простим. Забудем все плохое. Папа обрадовался бы. Да? Мама, вы так улыбаетесь. Я давно не видел вашу улыбку. Если Альбек вернется домой, если мы снова будем жить вместе,
как в старые добрые времена, и вы будете так улыбаться, я буду самым счастливым человеком на свете. Простите меня. Прощаю, сынок. Давно простила. Тогда я ему позвоню. Да. А я приготовлю что-нибудь особенное с моей невесткой. Хорошо, мама. Будем вместе. Да, хорошо. Алло, здравствуйте, брат. Брат? Как ты, Эльбек? Хорошо. Брат, это вы? Да, это я. Конечно, я. Возвращайся домой. Племянники соскучились по тебе. И я соскучился. Возвращайся. Хорошо, скоро буду. Приезжай скорее. Это твой дом. Хорошо. Я очень соскучился по тебе. Возвращайся. Будем жить, как прежде. Он заплакал. Заплакал. Спасибо тебе, сынок. Спасибо. Я на кухне. Твой сын смышленый. Моя доченька. Как дела? Бери, это тебе. Угощайтесь. Моя дочка. Мои любимые. Дорогой. Папа. Да? Пойдем к дяде на премьеру. Да, пойдем? Да, действительно. Какая еще премьера? Мы же... Фильм озвучен на студии Miracle.